Районы администрации совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и сотрудниками полиции провели рейд в одном из торговых центров Самары. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора и постановлению губернатора Дмитрия Азарова, детям, не достигшим 18 лет, вход в развлекательные комплексы без родителей запрещен. Такая мера, возможно, будет применяться по всей России. Благодаря запрету возможно снизить риск заболеваемости детей коронавирусом и другими респираторными инфекциями. Подобные профилактические рейды проводятся ежедневно. Так, в Советском районе уже проведено более 11 рейдов, в ходе которых составлено 24 административных протокола. Безусловно, все рекомендации они идут во благо. И, конечно, я повторюсь, у нас задача рейда не наказать, да, не составить как можно больше протоколов, а именно провести профилактическую работу, беседу с несовершеннолетними и с их родителями. Если ребенку есть уже 16 лет, на него может быть составлен административный протокол, который направляют в комиссию по делам несовершеннолетних. За нарушение грозит штраф до 30 тысяч рублей. Если младше 16 лет, то с таким несовершеннолетним у нас проводится профилактическая беседа. Также приглашаются законные представители в отдел полиции, с которыми также будет проведена профилактическая беседа, соответственно, и предупреждены о дальнейшей ответственности. Отметим, что рейды по соблюдению профилактических мер будут продолжены до полного снятия ограничений. Мария Елчан, Василий Колдашов. События.